Приветствую всех на своем канале. Все цветочники занялись пересадкой, в том числе и я. Солнышко появилось. День стал длиннее, радостнее. И всем растениям большое спасибо, что они пережили нашу зиму. У меня, в частности, без подсветки. И вот сегодня я купила 5 горшочков и пристрою в них растения. Вот красу лубен я вам показывала в прошлом видео. Кто не видел, посмотрите. Переукореню красу лубен. Наверное, я ее еще вот так поделю пополам. И вот эти вот череночки. Все это я укореню. Красу лубен укореняется очень хорошо. Расскажу вам вот про такую колотею. Я взяла этот отросточек на квартире, где мы жили. Там в подъезде стояла такая яркая колотея. И я оттуда взяла отросточек. Вот это у меня выросло за год. Получается, что когда я ее пересадила, я даже испугалась. Я с такими цветами как бы, ну, не сталкивалась. Они, отросток этот, все листочки отсохли, и остался один пенек. И потом от пенька вот за год вот столько наросло. Может быть, оно бы и лучше росло, но видите, условия у нее вот в таком стаканчике от сметаны не очень хорошие. Колотея, из моих наблюдений, она любит полив, пересушку она не любит. Бывало так, что в стаканчике пересохнет, она начинает скручивать листья. И еще у меня стал пропадать вот этот яркий окрас вот такой. Смотрите, вот. Видите, какой окрас? Он стал пропадать. Я когда смотрела, ну, видео других девочек, которые занимаются такими цветочками, и спрашиваю в комментариях, почему листья зеленые. Мне все ответили, что не знаю. По всей видимости, боялись сказать, что это от нехватки света. Потому что теперь я точно знаю, что это от нехватки света. Как только увеличился день, как только подольше стало светить на них солнышко, у меня вот эти все листики, вот эти, они новенькие. Новенькие, видите, вот один раскручивается листик. Вот новенькие все эти листики. Они уже все, окрас появился. Я думаю, что со временем все будет ярче и ярче. И здесь еще присутствует такой розовый окрас. Поэтому я думаю, что моя колотеечка зацветет и запахнет. Я купила для нее горшочек побольше, чем все, потому что она кустится сильно. Все нравится мне этот цветочек очень. Это не суккулент, конечно, но пускай растет. Очень красивый. Также подвергнутся пересадке вот такие мои растения. Красула юстус кордерой или джустус, юстус. Красула, видите, джусти кордерой. Юстас я написала. Ну, неважно. Вот такая красула. Она, смотрите, какая стала страшненькая. Я вот, наверное, все вот это уберу. И макушечку переукореню заново, чтобы она росла красивая. И такая вот, так-то у нее должны листики быть такие плотные, хорошие. А вот это все, что потянулось, это никому теперь уже не надо. Вот. Поэтому недавно было видео у Ирины Питерской о том, что почему тянутся растения, почему мельчают листья. Ну почему? По одной и той же причине они мельчают. Это нехватка света, перелив, недолив, то есть все это влияет на мельчание розеток и листиков, и вот этих тоненьких стебелечков. Все это от нехватки. Когда растению чего-то не хватает, оно начинает, как человек, наверное, да, мало кушает, худеет, много кушает, толстеет, так и цветочки. Вот это вы даже не догадаетесь, кто это. А оказывается, это Crassula Garnet Lotus. Какая она у меня красавица, эта красула именно вот материнская. Вы знаете, она не сильно у меня вытянулась, но все-таки макушечка вытянулась, позеленела.
серебристость на макушечке уже пропала, я вам потом ее покажу. А вот детки вот в таком состоянии, вот. Тоже их перекорню, пересажу по возможности, чтобы они теперь, когда уже света больше, росли лучше. Все-таки решила я вам показать Garnet Lotus, которая вот красавица. В предыдущих видео я ее часто показываю, потому что она действительно красавица. И вот смотрите, практически я считаю, что зиму она пережила хорошо. Немного потянулась макушечка, но хочу совершить такое преступление, поделить ее пополам и переукоренить. Придется мне, наверное, сделать такое преступление. Может быть, она красивее будет. Естественно, от пенька пойдут деточки. И будет она кустистее и красивее. А макушечку переукореню заново. Я называю это преступлением, потому что... Видите, какой фиолетовый вот этот оттеночек должен быть? И такая серебристость. А здесь вот как бы макушка потянулась. Но особо она... Вид свой не потеряла, как, например, Crassula Ben. И еще вот такой экземплярчик у меня. Это Каланхоя белая. Каланхоя ромбопилоза. Как вот есть рябенькая такая ромбопилоза. Вот этот Каланхоя ромбопилоза только белая. Я покупала листочки. Это очень мелколистное растение. Листочки были очень мелкие, несмотря на то, что я думаю, что листочки продают от большого, от взрослого растения. Вот от такого растения, конечно, никто не, листочки продавать не будут. Поэтому у взрослого растения листочки где-то как с мизинчик. Ну и здесь, в общем, некоторые растения у меня уже как бы побольше выросли. Вот я их пересажу. Видите, воздушные корни дали. Ну, это воздушные корни. Опять же, нехватка чего-то. Растение, скорее всего, воды. Либо света, может быть. И растение начинает пускать воздушные корни, чтобы восполнить свой вот такую цветочный организм. Crassula... Ой, извиняюсь. Я все Crassula да Каланхоя у меня. И хеверии у меня мало. Поэтому оговорилась, красила. Вот такую эхиверию пурпузором я купила в Пятерочке. Продавалась маленькая она такая, ну, наверное, 6 сантиметров, может, 7. Линейку надо купить, потому что я измеряю все своим зорким глазом. Вот. Ее я тоже пересажу. Она еще вообще в транспортировочном грунте у меня находится. Вот. На подоконнике конденсат натекло, и она напитала воды вон сколько. Хотя это для нее недавно я тоже смотрела, как обращаться с такими эхивериями. Про пурпузором сказано, что поливать можно редко, так как у нее очень толстые листья, и влага для нее как бы не очень хорошо. Но в то же время она переносит. То есть одна из эхиверий, которая не тянется. Хотя вот это окрас, или она потянулась, она у меня позеленее стала. Ну, конечно, немножко все равно есть что-то, как бы. Вот, как бы, так бы, вот так. Ее я тоже пересажу. Друзья, вот вам покажу еще ромбопилоза. Он как бы немножко покрупнее, кустик. От листочка размножается, но тоже очень долго от листочка. Ну и смотрите, вот почему-то у меня очень много отлетело листьев. То ли я перезасушила в свое время, но я их вот повтыкала. От листочка размножается. Вот видите, этот листочек тоже стал отронутым, он отлетел. Вот такой вот в крапинку ромбопилозочка. Решила ее тоже пересадить. Результаты моей пересадки. Постараюсь вам показать вот так красиво, чтобы было приятно смотреть. Калатея пересадила в горшочек побольше. Каланхоя ромбопилоза. Детки Garnet Lotus. Белая каланхоя.
и каланхоя ромбопилоза от листочка. Две красавицы Crassula BN. Надеюсь, они у меня такими же красивыми и будут расти. Эхиверия Purpurosum. Куплена в магазине. На видео кажется, что она крупная розетка. Нет, розеточка маленькая. Crassula Justus Corduroy. Выбрала листики жирненькие, чтобы были, чтобы росла красавицей. Ромбопилоза белая. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Видео сейчас будут выходить почаще. Работы много. Буду делиться своим опытом. Желаю всем здоровья прежде всего. И здоровых растений, чтобы они вас радовали. Пока-пока.